Знаю, что алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт 55%, городские ТЭЦ и промышленные предприятия 35%, а также негазифицированные частные дома около 10%. Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей грозу ветров и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь промышленными предприятиями. Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в 10 раз снизить уровень вредных выбросов.